Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех на площадке Международного информационного агентства «Евразия Спутник». Сегодня у нас в формате онлайн-видеомоства «Москва, Бишкек, Минск, Нур-Султан» пройдет встреча с председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и Малкиной. Сегодня мы подведем, наверное, итоги непростого для нас всех года. Добрый день, дорогие друзья! Ей Витальевна, я приветствую вас. Спасибо, что нашли время встретиться с нами. Давайте, наверное, у нас сегодня очень много вопросов, и, если можно, давайте начнем, наверное, с пятничных итогов заседания Евразийского межправительственного совета. Евразийская экономическая комиссия активно участвовала в подготовке этого заседания и выносила ряд вопросов. Давайте, наверное, подведем итоги, что получилось, что нет, обсудить с нашими премьер-министрами. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, повестка Евразийского межправительственного совета, который прошел 4 декабря в режиме видеоконференц-связи, была достаточно напряженной. Необходимо было обсудить ряд вопросов, которые в дальнейшем будут доложены главам государств уже в эту пятницу, и, безусловно, необходимо было сверить, что называется, часы по актуальным вопросам повестки дня. Безусловно, что ключевым вопросом, в том числе заседания Межправительственного совета, стал вопрос по результатам доработки проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Я хочу напомнить, что ранее уже главам государств этот проект докладывался, и было высказано ряд пожеланий со стороны, в том числе, президента Казахстана, которые были связаны с доработкой проекта стратегических направлений. Эти вопросы очень активно обсуждались на площадке комиссии с участием представителей государств-членов, и в финальном варианте у нас остался один вопрос, который уже будут рассматривать главы государств. Что касается следующего, тоже достаточно актуального вопроса, межправсовет утвердил перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, которые подлежат устранению в 2001-2002 годах. В списке на сегодняшний день 12 позиций, включая одно изъятие, 11 ограничений. И комиссии поручено до 1 марта 2020 года подготовить окончательный проект дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза на два последующих года в соответствии с перечнем, а также подготовить предложения по дополнению этого перечня новыми актуальными вопросами. Следующим, тоже не менее актуальным, стал вопрос о докладе комиссии и государствам-членам по результатам работы над проектом изменений в технический регламент о безопасности пищевой продукции. Эти изменения, они были необходимы для урегулирования проблемы различной интерпретации результатов контроля остатков содержания ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения и в том числе переработанной продукции. Очень актуальный вопрос. И, соответственно, о ходе работы было доложено главам правительства, были даны соответствующие поручения, которые комиссия намерена выполнять в наступающем 2021 году. Был утвержден план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в рамках нашего союза. Об этом мы много говорили, в том числе на предыдущих брифингах. Комиссия также доложила Межправительственному совету об утверждении правил определения страны происхождения отдельных товаров, которые необходимы для целей государственных закупок. Целью этого документа, который разрабатывался в соответствии с поручением глав правительств по результатам заседания, которое было проведено 17 июля в Минске в этом году,
Целью стало обеспечение равного доступа к государственным закупкам в рамках Евразийского экономического союза всем поставщикам из всех стран союза. И мы надеемся, что в дальнейшем принятие правил позволит сформулировать и сформировать те стимулы для промышленной кооперации в рамках союза, которые необходимы для повышения уровня локализации наших производств и привлечения дополнительных инвестиций. Был в том числе в рамках Межправсовета рассмотрен вопрос по перемещению лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны Союза. По результатам рассмотрения данного вопроса комиссии было поручено проработать дополнительно этот вопрос комплексно и доложить о результатах на следующем заседании Евразийского межправительственного совета. До этого момента поставки металлолома будут осуществляться под контролем правительства Казахстана. Что касается вопроса организации проведения следующего заседания Евразийского межправсовета, оно состоится в первом квартале 2021 года. По предложению казахской стороны оно состоится в городе Алматы. Более конкретная дата будет предложена казахской стороной дополнительно. Если говорить об итогах проведенного заседания Евразийского межправительственного совета, то в общих чертах они мною озвучены. Спасибо. Спасибо большое, Виталиевна. Давайте тогда, может, чуть-чуть я уточню. Вопрос на заседании. Очередной раз поднимался, скажем, поднималась тема цифровизации экономики стран Евразийского экономического совета. Вот как сейчас у нас обстоят дела именно по цифровой повестке ЕАЭС, как движется по цифровому документообороту, по возможности прохождения в цифровом отношении наших грузов? Спасибо большое. Действительно, очень актуальный вопрос, особенно в рамках 2020 года. Я думаю, уже ни у кого не осталось сомнений о том, что цифровая повестка, тем более в рамках нашего союза, она наиболее востребована с учетом тех ограничений, которые есть в передвижении людей, товаров и так далее. И, конечно, наша комиссия очень активно работает по имплементации основных положений цифровой повестки в наши стратегические документы. И я остановлюсь на основных, наверное, наиболее ярких примерах, которые на сегодняшний день реализуются на площадке комиссии. В частности, это проект «Унифицированная система поиска работы без границ». Основная цель этого проекта – это создание такой поисковой системы для обеспечения доступа к данным о свободных рабочих местах и непосредственных соискателей этих вакансий, которые могут содержаться в информационных системах государств нашего Союза. В этом проекте задействованы существующие национальные информационные системы, и мы надеемся, что он будет активно стимулировать движение рабочей силы между всеми государствами-членами. Еще один достаточно интересный проект – это «Трансграничное пространство доверия». Это проект, который направлен на создание удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны интегрированной системы Союза, и предназначен он для организации межгосударственного обмена с применением электронной цифровой подписи. Известная тематика, и Евразийская экономическая комиссия утвердила программу организации документа оборота между странами Союза непосредственно с применением цифровой подписи. Также коллегия комиссии утвердила программу опытной эксплуатации удостоверяющего центра данной службы, и по итогам опытной эксплуатации мы надеемся, что к концу уже этого года проект перейдет непосредственно в следующую стадию промышленной эксплуатации. Ранее мы много говорили, в том числе и о такой теме, как экосистема цифровых транспортных коридоров.
Совет Евразийской экономической комиссии 23 ноября этого года утвердил уже перечень сервисов и цифровой инфраструктуры, которые необходимы для запуска экосистемы цифровых транспортных коридоров. Мы надеемся, что окончательно данная система будет сформирована к 2025 году. И еще один важный для нас момент. Безусловно, что цифровая повестка требует систематического обновления. Работы над стратегическими направлениями совершенствования этой системы. И в рамках данного процесса в настоящее время уже проведен конкурс на выбор подрядной организации, которая проведет комплексную техническую экспертизу нашей интегрированной информационной системы. И мы надеемся, что к концу первого квартала 2021 года будут выработаны те рекомендации по развитию и модернизации интегрированной системы Союза, которые позволят в дальнейшем, скажем так, применять более современные, актуальные технологии для развития наших цифровых проектов. Спасибо. Спасибо, Ирина Витальевна. Присоединим к нашему разговору наших коллег. Начнем с Бишкека. Алимжан, прошу, вопрос от Кыргызстана. Добрый день, Ирина Витальевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Бишкек интересует, наш первый вопрос, насколько увеличилась за этот год доля расчетов в национальных валютах? Спасибо большое. Достаточно часто задаваемый вопрос, и я думаю, будет не лишним, если я приведу вначале несколько цифр, которые, в общем-то, достаточно ярко показывают развитие данного вопроса на площадке нашего союза. В целом хочу сказать, что у нас всегда расчеты велись в основном в национальных валютах, и их доля по состоянию на конец прошлого года составила 72,3%. При этом, если брать в разрезе валют, на доллар США пришелся 21 оставшийся процент и на евро 6%. И если рассмотреть статистику только в рамках национальных валют стран Союза, то, безусловно, конечно, большая часть расчетов приходилась на российский рубль, это составляло практически 97% от всех расчетов. Необходимо вместе с тем отметить, что во время функционирования нашего Союза доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, в общем-то, показывает свой рост. И если на начало объединения эта цифра составляла порядка 68%, то в 2019 году эта цифра уже подходит к 80%. Вернее, извините, 73,8%. Хотелось бы также отметить, что наблюдается позитивная динамика, которую мы наблюдаем в структуре платежей во внешней торговле. Если в 2014 году доля национальных валют составляла порядка 20%, то к 2019 году эта доля составила 23,4%. Процесс не останавливается, и мы рассчитываем, что когда у нас будут на руках окончательные данные статистики по результатам 2020 года, мы сможем вам также показать тот рост, который мы отмечаем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Айжан, Нурсултан, вопросы от Казахстана. Добрый день. Добрый день, и Виталина, а также коллеги. У меня вопрос по импорту замещения. Как идет работа в странах ЕС в этом направлении, и как пандемия повлияла на показатели? Спасибо. Хочу отметить, что в целом комиссия очень ответственно подходит к вопросу, связанному с импортозамещением товаров.
И, конечно же, для развития кооперации и углубления работы в этом направлении у нас прорабатываются различные варианты, в том числе комиссией была сформирована карта индустриализации Евразийского экономического союза. Это своеобразная информационная база для работы бизнеса государств-членов и комиссии по импортозамещению на уровне всех стран Союза, и она направлена на импортозависимые технологические направления и импортозамещающий потенциал производителей, а также на те направления, которые представляют наибольший интерес для возможной промышленной кооперации на уровне Союза. И мы в том числе прорабатываем совместные крупные проекты. Это порядка 177 крупных проектов, которые на сегодняшний день, скажем так, сформированы в рамках карты индустриализации Союза. В целом мы предполагаем, что общая сумма инвестиций может составить порядка 194 миллиардов долларов США, практически в 21 отрасли Союза. То есть мы предполагаем, что нам удастся проработать более актуальные инвестиционные проекты, в которые будут включены абсолютно разные направления, по которым целесообразно развивать такие совместные проекты. И для нас принципиально важным является то, что новизна этой работы заключается в переходе вот нашей интеграции в рамках промышленности, в рамках Союза от простой промышленной кооперации к этапу проектной интеграции. То есть акцент делается на приоритетном внимании к инвестиционному сотрудничеству в первую очередь и взаимодополняющей специализации в реальных секторах экономики. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы та хорошая практика, которая была в рамках того же Советского Союза, она активно продвигалась, и мы могли интегрировать наши промышленные производства друг с другом. Спасибо. Спасибо, Ирина Витальевна. 2020 год был очень непростой для нас, для всех. В связи с пандемией коронавируса экономика фактически всех стран Евразийского экономического совета не очень, скажем так, хорошо перенесла все эти явления. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то оценка, в каких сферах, какие отрасли больше всего пострадали во время пандемии в наших странах? Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что здесь, наверное, уместно немножко привести цифры, и статистика здесь достаточно интересная, на наш взгляд. Конечно же, в январе-сентябре 2020 года промышленное производство в целом на полях Союза снизилось. По нашим оценкам, это снижение составило порядка 2,6% к тому же периоду прошлого года. Наибольшее снижение объемов производства произошло в Российской Федерации, примерно минус 2,9%. Спад наблюдается в Кыргызстане, минус 1,9%, и Беларуси, минус 1,8%. Хочу отметить, что по нашим оценкам, в Казахстане промышленность показала нулевой темп прироста и оставалась на уровне прошлого года. Единственной страной Союза, которая показала рост объемов промышленного производства по итогам 9 месяцев, стала Армения. Рост составил 1%. Хочу сказать о том, что несмотря на такие показатели, мы все-таки наблюдаем некоторое восстановление нашей промышленности. Об этом нам говорят цифры, сравнивающие второй квартал этого года с третьим, да? То есть у нас с минус 7,4% прироста во втором квартале
Прирост третьего квартала составил минус 4,8%. То есть постепенно этот минус уменьшается. И постепенно мы наблюдаем адаптацию нашей промышленности к тем условиям, которые сформировал 2020 год. Кроме того, по сравнению с динамикой, например, мировой обрабатывающей промышленности, темпы падения промышленности Евразийского экономического союза, они не выглядят такими катастрофическими. Могу привести в качестве примера цифру, которая отражает результаты работы обрабатывающей промышленности по данным ЮНИДА, то есть мировая промышленность снизилась в третьем квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 11,2%. Поэтому я думаю, что постепенно мы адаптируемся к тем условиям, которые сформированы пандемией. Спасибо. Ну, да, это был Бишкек, Алимжан. Алимжан, микрофон включите в программе. И, Виталий, нам интересно, какие главные цели ставят в 2021 году ЕЭК? Спасибо. Ну, я думаю, что очевидно, весь 2020 год мы активно обсуждали стратегических направлений до 2025 года, и безусловно, что, наверное, ключевым документом в случае его окончательного одобрения в конце этой недели для нас станет именно план по реализации стратегических направлений, предусмотренных к реализации в 2021 году. Кроме того, мы ждем обращения президента Республики Казахстан Касым Жомарта Токаева, которое традиционно в начале года оглашает глава государства, которое становится председательствующим на текущий год в ключевых органах нашего союза. И я думаю, что те ключевые задачи, которые будут поставлены главой Казахстана, станут тем планом действий, который комиссия будет реализовывать в 2021 году. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос, на какой стадии сегодня рассмотрение проекта рекомендаций и по возобновлению железнодорожных пассажирских перевозок между странами, можно ли надеяться, что они заработают и с начала года сообщения будут восстановлены? Комиссия очень плотно работает над данным вопросом, и для гармонизации подходов в государствах Союза к обеспечению безопасности возобновления полноформатного железнодорожного пассажирского транспортного сообщения были выработаны соответствующие рекомендации коллегии, методические рекомендации по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время проект этих рекомендаций разработан, проходит правовую экспертизу, и мы рассчитываем, что в первом квартале 2025 года будут эти рекомендации утверждены. Кроме того, для продолжения, то есть работа над этим вопросом не останавливается. Буквально на этой неделе, 9-10 декабря в Санкт-Петербурге, инфекционных заболеваний, в которые в том числе принимают активное участие регулирования комиссии,
Планируется, что представители комиссии также выступят с докладом, который будет обсужден всеми службами, участвующими в разработке этих рекомендаций и выработке единых правил. Надеюсь, что вся эта работа, она послужит активизации и ускорению процесса принятия необходимых документов. Уточнение. Было не слышно. В 2021 году, в первом квартале, да? Да, мы рассчитываем, что это будет первый квартал 2021 года. Спасибо. Спасибо большое. У нас трансляция нашего видеомоста еще идет и в Армении, и в Ереване. И я, скажем так, скомпилирую вопрос, который есть и у нас, и в Армении. Буквально на прошлой неделе мы как раз во время видеомоста обсуждали изменения в технический регламент, который касается безопасности пищевой продукции. Там готовятся изменения по содержанию глицеридов, то есть то, что повлияет, допустим, на использование пальмового масла. И коллеги задают вопрос, какие еще разрабатываются новые технические регламенты в странах Союза, что поможет нам, скажем так, жить безопаснее, может быть? Ну, вначале я бы отметила, что разработка технических регламентов в рамках Союза, она ведется на плановой основе, и мы постоянно отслеживаем все современные тенденции для того, чтобы в том числе регламентировать деятельность промышленности Союза в актуальных условиях. Если из интересных, я думаю, которые технических регламентов и сфер регулирования в рамках технических регламентов, я думаю, наибольший интерес может вызвать новый документ. Он уже включен в план разработки технических регламентов Союза. Касается никотинсодержащей продукции. Разработчикам как раз-то планируется определить Республику Армения. Если говорить более точно об этом техническом регламенте, то отмечу, что в феврале 2020 года Совет комиссии своим решением дополнил единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, пунктом «Никотинсодержащая продукция, наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые». В настоящее время у нас отсутствуют обязательные требования к такой продукции, как в рамках Союза, так и в рамках национальных законодательств государств-членов. Ну, я думаю, что все понимают, что от традиционных курительных табачных изделий эта продукция отличается тем, что она потребляется путем вдыхания аэрозоля или пара, который образуется не в результате горения или тления, как в обычных сигаретах, а в результате нагревания табачной смеси или никотинсодержащей, либо безникотиновой жидкости. И при этом в процессе потребления этой продукции выделяются такие достаточно токсичные для человека вещества, как, например, формальдегид и ряд других. Ну, я думаю, очень актуальный вопрос, особенно когда идут такие споры, что вредно для здоровья человека, что нет. И в этом контексте нам особенно приятно, что стороны поддержали целесообразность установления единых обязательных требований к никотинсодержащей продукции. И, соответственно, разработка, согласование, принятие этого технического регламента. Традиционно такой процесс занимает порядка 2 лет и в том числе предполагает публичное обсуждение. И мы надеемся, что он вызовет значительный интерес не только у производителей такой продукции, но и, безусловно, у граждан наших стран. Спасибо. Да, я думаю, вопрос актуален, и, мне кажется, можно даже и попробовать вложиться чуть быстрее, чем в 2 года. Бишкек, Алимжан, если еще вопросы у вас. Да, Ия Витальевна, вы рассказывали, что готовится целых 4 проекта правил по работе единого энергорынка ЕАЭС. Нам интересно,
когда заработают эти правила и как согласно этим правилам, примерно, если вам известно, будет работать этот рынок? Спасибо. Спасибо. Да, действительно, мы ранее анонсировали работу нашего департамента энергетики совместно с государствами-членами Союза над проектами четырех правил функционирования общего электроэнергетического рынка. Подробнее первые правила – это правила взаимной торговли. Они будут определять непосредственно механизмы торговли на общем рынке. Мы закладываем в этот документ такие механизмы, как торговля по свободным двусторонним договорам, по срочным контрактам и так называемая торговля на сутки вперед. А также непосредственное урегулирование тех подчасовых отклонений, фактических перетоков электроэнергии от плановых значений. Рассчитываем, что данные правила будут приняты в первом полугодии 2022 года. Что касается второго документа, это правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. Он будет регламентировать процесс определения и распределения доступной пропускной способности межгосударственных сечений для торговли на рынке. И сроком принятия данного документа также является конец первого полугодия 2022 года. Третий документ регламентирует правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии. Эти правила будут определять процессы осуществления межгосударственной передачи электрической энергии с окончательным сроком принятия, также конец первого полугодия 2022 года. Ну и, наконец, четвертые правила, непосредственно правила информационного обмена. Они будут определять способы информационного взаимодействия между всеми участниками рынка. И эти правила мы планируем принять в конце первого полугодия уже 2023 года. Хотелось бы в контексте этого вопроса напомнить в том числе, что субъектный состав нашего общего рынка, он ограничивается только оптовыми организациями, то есть достаточно крупными продавцами и покупателями. А торговля электроэнергией, в общем-то, ограничивается только трансграничной торговлей, и право собственности на товар, электроэнергию в частности, переходит на границах между странами Союза. В целом мы планируем, что все правовое регулирование, все наши документы, которые нацелены на эффективное взаимодействие покупателей и продавцов этого вида продукции, будет завершено не позднее 1 января 2025 года. И тогда мы рассчитываем, что в полномасштабном формате начнет свою работу так называемый общий электроэнергетический рынок Союза. Спасибо. Спасибо. А можно уточняющий вопрос? Что, Алимжан, еще раз? Уточняющий вопрос можно, если позволите? Да, конечно. Да. Угу. Виталий, вы упомянули пункт, если я правильно услышал, торговля на сутки вперед. Если есть информация о нем, не могли бы рассказать, пожалуйста? Я не хочу сейчас забегать вперед. Мы, безусловно, этому проекту уделим достаточное внимание, но вы понимаете, что наше государство находится в разных часовых поясах, и, соответственно, для того, чтобы переток электрической энергии осуществлялся без перебоев и синхронно проходили все соответствующие движения, необходимо предусматривать о том, что в ряде наших государств, тогда, когда начинается ночь, в другом государстве в этот момент
до ночи еще остается несколько часов и так далее. Поэтому подробно, я думаю, мы расскажем об этих правилах. Они действительно вызывают достаточно большой интерес, особенно у тех организаций, которые в дальнейшем будут осуществлять продажу и покупку электрической энергии. И мы уделим отдельное внимание данному вопросу в рамках нашего брифинга, куда мы пригласим уполномоченных специалистов, которые, я думаю, наиболее грамотно смогут осветить данную тематику. Спасибо. Спасибо большое, Нурсултан, Айжан. Есть ли еще вопросы у вас? Да, у нас вопрос от Казахстана следующий. Каковы перспективы реализации странами ЕАЭС соглашения о взаимном признании пробирных клей на драгоценный металл? Спасибо. Могу начать, наверное, с того, что вопрос, связанный с взаимным признанием пробирных клеем на драгоценные металлы, регулируется соглашением об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Союза, которое было подписано в конце 2019 года. На данный момент не все внутригосударственные процедуры завершены для того, чтобы данное соглашение вступило в силу. Соглашение было ратифицировано Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Армения и Кыргызстан завершают процедуры ратификации, и мы надеемся, что у них будет достаточно времени завершить эти процедуры до конца текущего года, и ждем, когда все процедуры пройдут в Казахстане. Конечно же, мы очень рассчитываем на то, что в 2021 году это соглашение вступит в силу. Что касается международного договора или соглашения, которое регламентирует данную процедуру, то в рамках него установлены требования по взаимному признанию пробирных клеем стран-участниц. Сегодня, как вы понимаете, ювелирам при перемещении изделий из одного государства-члена Союза в другое необходимо в дополнение к национальному пробирному клейму ставить также пробирное клеймо страны, в которой планируется реализовывать данные изделия. И, конечно же, мы понимаем, что для бизнеса это и дополнительные финансовые, и в том числе временные издержки. После вступления в силу соглашения все ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом государства-члена Союза, где они были произведены и куда были везены из третьих стран, в случае их перемещения на территорию другого государства-члена, не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению. Это очень важно. И в целом мы рассчитываем, что данное соглашение будет в том числе способствовать увеличению объема взаимной торговли, и предусмотренные принципы гармонизации пробирного регулирования в рамках Союза позволят сократить количество контрафактной продукции. Спасибо. Спасибо большое, Виталиевна. Будем потихонечку подводить итоги нашего моста и подводить итоги, может быть, уже 2020 года, хотя еще только, скажем так, начало декабря, но у нас основные, я так понимаю, события в рамках Евразийской экономической комиссии уже сделаны. Можете ли вы подвести какие-то предварительные, да, итоги работы Евразийской экономической комиссии в этом непростом году, ну, и оценить, что получилось, что нет, с учетом того, что на многие планы и решения повлияла все-таки пандемия? Спасибо большое за вопрос. Действительно, декабрь – это тот месяц, когда подводятся основные итоги. Более подробно со статистическими данными мы планируем итоги нашего года подвести чуть позднее. Но если говорить об основных тенденциях уходящего года, то, конечно же, основное влияние оказала
пандемия, которая в значительной степени изменила форматы работы многих органов Союза. Вместе с тем, как отметили многие главы правительств на заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 4 декабря, за этот год отмечается не только не ухудшение самой работы комиссии, но и даже ускорение многих процессов в рассмотрении документов, наиболее актуальных для деятельности государств-членов, в оперативности реализации тех инициатив, которые высказываются на заседаниях органов Союза как главами правительств, так и главами государств. И хочу отметить, что практически с первых дней пандемии, когда комиссия столкнулась с трудностями межгосударственного общения, все органы комиссии функционируют бесперебойно, и те неблагоприятные тенденции в экономиках, которые мы наблюдаем с учетом действия данного вируса, они постепенно снижаются благодаря тем точечным решениям, которые принимались непосредственно на уровне комиссии. Например, решениями органов Союза был введен запрет на вывоз определенных видов продовольственных товаров и продукции медицинского назначения. Были приняты решения об обнулении пошлины на импорт специально значимых товаров и средств индивидуальной защиты и дезинфекции отдельных видов медицинского оборудования и материалов. Комиссией был принят перечень совместных мер правительств и национальных банков, которые были направлены на обеспечение экономической стабильности в условиях пандемии, который подразумевал, среди прочего, использование так называемых «зеленых коридоров» в торговле между нашими странами, а также упрощенное таможенное оформление и усиление взаимодействия уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Не хочу излишне хвалить, но считаю, что в непростых условиях 2020 года все органы комиссии, государства-члены проявили повышенную, скажем так, готовность к условиях, к работе в условиях непростой ситуации и показали свою жизнеспособность и оперативность в принятии решений. Спасибо. Спасибо большое. Ну, декабрь у нас еще не заканчивается, и, наверное, одно из самых основных событий, которое будет завершать работу Евразийского экономического совета, это, насколько я понимаю, планируется в ближайшую пятницу, 11 декабря, заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств. Вынесен, по-моему, 20-25 вопросов на повестку дня. Может быть, чуть-чуть вы приоткроете по повестке дня, какие вопросы готовила Евразийская экономическая комиссия, что будет основное на заседании глав государств. Я знаю, что президент Беларуси инициировал проведение данного заседания в очном составе, но насколько есть информация на данный момент, все-таки будет точно так же онлайн-формат. Опять-таки, пандемия влияет на нас. Может быть, приоткроете чуть информацию по повестке Высшего Совета. Спасибо. Действительно, порядка 28 вопросов вынесено на рассмотрение глав государства в рамках планируемого проведения заседания Высшего Совета, которое действительно пройдет 11 декабря. В режиме видеоконференц-связи. Действительно, ранее мы планировали по предложению белорусской стороны провести заседание Высшего Совета в очном формате с участием всех глав государств и одновременным проведением первого Евразийского экономического форума. Действительно, жизнь вносит свои коррективы, и в рамках этого непростого года, наверное, закономерно то, что и заседание Высшего Совета пройдет в режиме видеоконференц-связи.
В данной ситуации ряд вопросов будут рассматриваться достаточно подробно главами государств, в том числе им будет представлен доработанный проект стратегических направлений развития интеграции до 2025 года. У нас остался только один вопрос, связанный с тарифообразованием на услуги по транспортировке газа, которые главы государств, мы рассчитываем, смогут найти взаимоприемлемое решение, и в результате стратегические направления смогут быть окончательно приняты и послужить тем документом, который станет стратегическим планом работы всех органов Союза. Также в повестке присутствуют вопросы предоставления Узбекистану и Кубе статуса государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе и предусмотрено рассмотрение основных направлений международной деятельности Союза на 2021 год. Также мы планируем предоставить на рассмотрение глав государств проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через границу Евразийского экономического союза. Безусловно, традиционно вопрос, который выносится в конце года, это утверждение бюджета на 2021 год, а также будет рассмотрен вопрос о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа в рамках Союза и о дорожной карте по гармонизации законодательств государств Союза в нефтяной сфере, ну и ряд других вопросов. Спасибо. Спасибо большое, Ивия Витальевна. Спасибо, что нашли время и ответили на вопросы наших коллег в Нур-Султане, Бишкеке, в Минске. Также напомню, что трансляция шла в Ереване. Наше информационное агентство «Радио Спутник» активно и позитивно работает с Евразийской экономической комиссией. На нашей площадке в режиме видеомостов были и министры, и эксперты аппарата Евразийской экономической комиссии. И мы очень надеемся о том, что этот позитивный и положительный опыт точно так же перейдет и в следующий 2021 год. Ну и на примере того, что вы упомянули о том, что статистические данные по итогу 2020 года будут готовы в ближайшее время, мы рассчитываем о том, что эти данные, может быть, вы озвучите на площадке Международного информационного агентства «Спутник». Будем на этом, наверное, заканчивать нашу встречу. Спасибо большое еще раз моим коллегам. Спасибо и Виталию, и до новых встреч на площадке «Спутник». Спасибо большое. Всем всего доброго. До свидания.